От идеи до воплощения в реальность 30 дней. Ульяновские предприниматели объединились с разработчиками из Ростова-на-Дону. Все ради создания инновационной дезинфицирующей установки, аналогов которой нет в стране. Изобретение, напоминающее телефонную будку, нацелено уничтожить до 80% микробов, прежде всего переносимых человеком на одежде. Камера работает по принципу небесного щита. Озоновоздушная смесь и ультрафиолет обдувают одежду, волосы и кожу. Для человека – оздоровительный эффект, а вот для вируса – губительный. Небесным щитом мы назвали уже после того, как это все состоялось, поскольку, скажем, при осмыслении того, что получилось, мы нашли аналогию очень красивую, интересную. То есть наша планета защищается от внешнего мира озоновым слоем, в который попадает ультрафиолета от Солнца. То есть, в принципе, вот он же небесный щит. Устройство для дезинфекции способно работать как на улице, так и в помещении. Главное – иметь выход к электричеству. Находиться в камере можно от 15 до 30 секунд. После каждого проходящего пространство будки дезинфицируется само. Ограничений нет ни по весу, ни по росту. Безопасное изобретение и для аллергиков. Есть возможность наделить установку опцией по отключению ультрафиолета. Именно по параметрам он регулируется очень легко и 100% будет. Мы будем ориентироваться на заказчика, потому что на данном этапе мы понимаем, что данные камеры могут устанавливаться на всех объектах здравоохранения, муниципальных объектах, детские сады, школы, торговые центры. Первый экземпляр аппарата дезинфекции презентовали в Ульяновском доме предпринимателя. Там же подписали соглашение о вхождении компании-разработчиков в состав инновационного кластера Ульяновской области. Мы заинтересованы в том, что производители Ульяновской области развивали и заинтересованы привлекать любых предпринимателей, которые разрабатывают в этом направлении какие-то новые полезные приборы, либо средства индивидуальной защиты, привлекать к нам. У нас действуют специальные меры поддержки. Мы внедрили займ льготный для подобных предприятий в размере 2%. Годовых. Дезинфицирующие установки начнут делать в Ульяновской области с 20 июня. Производство развернется на базе индустриального парка в Димитровграде. Выпуск поставят на поток до 500 камер в месяц. Пока закроют потребности регионального рынка, в дальнейшем разработчики планируют выйти на всю страну. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.